покупаешь на AliExpress, верни 10% от потраченных денег с помощью AliBonus. Зарегистрируйся прямо сейчас и получи до $5 на счет и поборись за ценные призы. AliBonus раздает подарки, успей забрать свой. Время пошло, ссылка под видео. Привет, Китай, это я, Романыч, и сегодня я вам покажу самый дешевый смартфон для Pokemon Go, потому что вышел Pokemon Go. Pokemon Go настолько популярен, и школьники в шоке. То есть у кого-то Windows Phone, и они просто вот так вот, как фанера над Парижем пролетели. У кого-то просто был кнопочный смартфон, и им нужен сейчас самый дешманский смартфон, который мог бы быть с хорошей камерой, и может быть как-то можно было выиграть в Pokemon Go. То есть самый дешманский смартфон. Сегодня я вам, конечно же, покажу. Но сначала бы хотелось поговорить об... вообще китайских брендах, и вообще хотелось бы поговорить об как раз таки компании Blue Bu, которая сегодня как раз таки этот смартфон и сделала. Blue Bu у нас сегодня Пикассо, в руках я держу Blue Bu Maya. То есть это китайская компания, которая конкретно взялась, сказала, что в 2016 году мы, сука, возьмем и выпустим 50 смартфонов. Мы точно выпустим 50 смартфонов. Но знаете, единственная эта компания забыла, что 50 смартфонов они могут выпустить, но при этом у каждого должна быть какая-то идея. Понимаете, я, в принципе, еще и в видеоблогинге это вижу у многих каналов. Это начинается штамповка. Это просто какой-то стрёмный контент постоянно. Это что касается каналов. Так же и делают в Blue. Постоянно какие-то выпускают дешевые смартфоны. Например, вот этот вот Blue Bu Picasso и вот этот вот Blue Bu Maya нихера практически ничем не отличаются. Самое главное отличие, которое любой, наверное, заметит, хотя я не знаю, это, наверное, прям надо затрачиваться смартфонами, это то, что у Blue Bu Picasso будет 5 дюймов дисплей, а у Blue Bu Maya 5,5 дюймов дисплей. Процессор один и тот же, камеры 8, фронтальная 13, основная. Android тот же самый, видеоускоритель тот же самый, оперативки и флеш-накопитель одинаково. То есть у меня один вопрос, блюбушники, я знаю, что вы будете смотреть этот видос. У меня один вопрос, нахера? То есть это конкретный к вам вопрос. Что хочется сказать всем разработчикам, которые сейчас делают мобилы. То есть сейчас конкретно обращение не к блюбушникам, а ко всем китайским разработчикам, которые делают дешевые мобилы. Потому что все, что повыше, там все интересно, там танцы весело, ой, как хорошо. Но когда мы доходим до мобил за 60, 70, 80 баксов, мы понимаем, в какой мы рутине живем. Господи, надоело, понимаете, пацаны? Вы делаете за 70 баксов мобилу, вы уже красавцы, я понимаю, вы жертвуете собой. Но за 70 баксов в наше время, то есть когда у нас идет 2016 год, на пороге уже 2017, мне кажется, надо добавлять какую-то фишку этому смартфону. То есть просто неплохие характеристики за 70 баксов, которые вставляют все производители, это бред. Делайте какую-нибудь фишку смартфона. Когда у вас появится какая-нибудь фишка этого смартфона, тогда вы огребете хорошие продажи. То есть, как знаете, у нас в последнее время очень любят удивлять, что вот так вот мы сделали. 6000 мАч батарея. Как сейчас происходит у нас в настоящее время на рынке, это получается одна коробка Blue Bu, вторая коробка там Oukitel, третья коробка там Ume, разложили их все просто на столе, и ты просто охерел, потому что ты берешь одну мобилу, ты берешь вторую, третью мобилу, они одинаковые, они ничем не отличаются. Это то же самое, как, знаете, грубо говоря, уходить от одной телочки к абсолютно такой же телочке. Вот примерно такая же ситуация. Они одинаковые, они ничем не отличаются. Зачем ты, чувак, отходил от предыдущей телочки и пришел к тому же самому? Здесь вообще, конечно, стрёмная комплектация. Здесь обычный адаптер и здесь микро-USB. Все, больше ничего нет в комплектации. Вот такая вот невзрачная коробка. И, кстати, это даже не коробка, я не знаю, просто какая-то херня картонная. Это даже не коробка. Это тяжело назвать коробкой. С другой стороны, да, при условии, что я так сейчас, знаете, хаю китайцев конкретно, что, господи, вы задрали, китайцы молодцы, они стараются, они последнее время конкретно стараются, они поднялись, раньше за 70 баксов мы пользовались какой-то полной херней, сейчас мы пользуемся уже нормальными смартфонами, которые обладают неплохим дисплеем, то есть на него приятно смотреть, это не ТН-матрица, которая уже всем глаза выела.
То есть это приятный какой-то лаунчер, как здесь стоит. То есть на него тоже приятно смотреть. Ты заходишь, а здесь какие-то есть приблуды. То есть это тоже интересно. Это не просто голый Android. То есть китайцы подросли, здесь базара нет. И они конкретно подросли. То есть вы посмотрите на этот дисплей. То есть этот дисплей у смартфона, внимательно, давайте прибавим яркость. Это дисплей у смартфона за 70 баксов. Ссылку в описании я ставлю, зацените обязательно, сколько он сейчас стоит. Вроде как перед обзором, когда я это делаю, на этот момент, когда снимаю видео, стоит он 70 баксов. Нормальная яркость. То есть она не зашкаливает, она не заслепила камеру, но при этом это хорошая яркость. И посмотрите внимательно на этот дисплей. Это хороший дисплей. Да, у него есть какая-то воздушная подушка, но при этом сейчас стали дисплеи настолько качественные, что без даже OGS-а очень круто выглядит. То есть мне очень нравится дисплей. Этот телефон реально миниатюрный. Он после всяких 6 дюймов, после 5,5 дюймов, он реально миниатюрный. Его приятно держать в руках. Его можно подогнать телочке, его можно подогнать бабушке, его можно подогнать маме. То есть это реально такой телефон, который не потеряется в женской руке, он будет хорошо в ней смотреться. Давайте сразу перейдем к камере. Я прямо вот сейчас мгновенно затыщу камеру. Я не перестаю с китайцами разговаривать, я устал с ними разговаривать. Ну давайте сейчас я заскриню и покажу вам, почему меня не задрали. Это была шикарная фотосессия. Первый неудачный снимок. Но мне кажется, все-таки, что он неудачный. Ну не может быть настолько херовая здесь камера, поэтому будем просто нанесем этот снимок как просто неудачный. Дальше вот эта вот фронталочка. В принципе, фронталка сносная, бывает еще дерьмовее, но здесь 8 мегапикселей, я не знаю. Я сколько раз вам рассказывал, я сколько раз китайцам говорил, что в мегапикселях камера не меряется. Но мы все-таки привыкли как-то ожидать, что если 8 мегапикселей, то это какое-то должно быть неплохое качество. Здесь все крайне херово. Никакого качества здесь речи не может быть. Здесь, если мерить этими пресловутыми мегапикселями, то здесь получается где-то, ну, пятерик максимум. Дальше у нас еще идет вот такая вот фронталочка. После этого у нас опять вступает в бой основная камера. То есть буквально чуть мы приближаем, все у нас поплыло. Ну, то есть вы видите по качеству, что это очень посредственный снимок. Я не знаю, какими словами достучаться, я не знаю, какие слова вы сейчас используете за мотором, но это реально, это надо быть полным дебилом, чтобы выпускать вот такие вот смартфоны одни и то же. То есть, ладно бы это был Blue Boo Maya, допустим, а это Blue Boo Maya Pro версия какая-нибудь, да? Или наоборот, это так как меньше, то есть это Blue Boo Maya просто, а это Blue Boo Maya Pro версия. Это одинаковые задние накладки пластиковые, то есть одинаковые абсолютно, никакого дизайнерского решения. Здесь более типа оно футуристичное и покрупнее, здесь более как-то помельче. Все, это одинаковые накладки задние. Здесь смотрится красивее, то есть не надо было в Blue Boo Maya, тем более он позже вышел, не надо было плекать вот этот вот уже использованный орнамент. Это бред. С точки зрения дизайна, Blue Boo Picasso просто вот так вот, просто вот так вот делает Blue Boo Maya. Давайте посмотрим по дисплею. Здесь по дисплею, мне кажется, будет, в принципе, неравная баталия. Изначально дисплей у Blue Boo Picasso, хоть и здесь стоит IPS-матрица, хоть и здесь HD-разрешение, здесь он выглядит намного красочнее, намного приятнее, намного захватывающее изображение. То есть здесь оно более простое, такое, знаете, тривиальное, а здесь прям, ах, оргазмируешь. По характеристикам давайте скажу сразу за два смартфона, потому что, как я и говорил в начале, это абсолютно одинаковые характеристики. То есть здесь 5,5 дюймовый дисплей, здесь 5 дюймов дисплей, везде HD разрешение, 2 гигабайта оперативы, 16 гигабайт флеш-накопитель, MTK 6580. Я не буду про этот процессор больше говорить, если вы следите за каналом. Вы, скорее всего, знаете, что это говнище полное. Это MTK 6582, который был выпущен еще, по-моему, буквально года 3 назад. Это старейший процессор, просто в новой оболочке. И китайцы быстро подхватили эту тему. Давайте мы будем в бюджетные пихать. Давайте. Ничего, схавают, ребятки. Ну, мы, я так понимаю, да, зачастую мы, в принципе, и хаваем это, да. Китайцам вообще покер, чем мы будем пользоваться. Им главное, что он стоит 70 баксов, и они отобьют свои бабки. Видеоускоритель Mali 400 MP, даже не 4, а MP2. Господи, меня это бесит, эти характеристики, я не знаю. Ладно, не буду я нервничать, потому что
Но меня эти характеристики реально раздражают. Ну и там стоит микросим на, получается, две сим-карты, рассчитанные эти мобилы. Мы находимся в такой местности. Да, это поселок, это очень крутой, богатый поселок. Мне кажется, здесь, наверное, олигархи иногда гоняют по ночам не только своих телочек, еще и покемонов. Это хороший коттеджный поселок. И здесь хорошо берет GPS. Мне что интересно было, что когда я был дома, ну просто нихера не хотел ловить GPS. Я выходил на балкон, я просто втыкал, не ловился GPS. То есть прям написано было и в покемонах GPS, note, fault. То же самое было написано и в GPS-тесте. То есть тестировал, не находилось вообще никаких спутников абсолютно. Я думал, что все, это телефон провальный. Как я мог сказать, что он для покемонов, если покемонов на нем, в принципе, нельзя ловить из-за GPS. Но сейчас смотрим внимательно. То есть все работает. Первое, я подключился как раз таки к своей мобиле через Wi-Fi. Я сделал как раз таки точку. Видите, передача геоданных, все нормально. И то есть покемон у нас стал ловиться. Вообще просто голяк. Олигархи всех поймали покемонов. Ну, настолько мастер своих дел, настолько просто соискатель, следователь по покемонам, но, к сожалению, ни одного покемона я не поймал. Я реально не люблю, когда люди акцентируют цену. То есть, вот смотрите, здесь $70, поэтому мы можем простить ему огромную тучу каких-то его недочетов и огрехов. Может быть, и можем простить, но с другой стороны, это самое последнее, когда надо ссылаться на цену. Да, мы всегда должны помнить, что он недорогой для объективности, но при этом мы должны конкретно бить недостатки, не пытаясь их как-то каким-то образом скрасить. GPS здесь работает, я бы сказал, так себе. То есть это говорит о том, что дома на балконе я прям вот так вот высовывал, я ничего не смог поймать. Но с другой стороны, здесь я смог поймать спутники, то есть спокойно эти Pokemon Go реально определили, что там вот река находится, чтобы мы прям не врали. Вот там вот реально, ну, если прям близко посмотреть, там в затоне река есть. То есть все нормально определилось, здесь вроде никаких проблем нет. За что хотелось бы производителя отметить, что здесь 2 гигабайта оперативки. То есть это добавляет ему более какой-то быстрой работы. Что хочется сказать по поводу процессора, это вот. Вот процессор вот такой. Ну, вы меня просто прекрасно поняли. Это не вам адресовано, это конкретно производителю. Что еще хочется сказать? 16 гигабайт встроенной памяти – это наконец-таки то, что мы добились. Смартфоны за 70 баксов вставляют такие большие объемы памяти. 12 гигабайт реальной доступности. Мне кажется, это офигенно. Это конкретно офигенно, при том, что мы все делаем сейчас в онлайне. Мало что скачиваем на смартфон. Камера 8 мегапикселей, она может быть есть 8 мегапикселей. Это, конечно, какие-то, может, китайские 8 мегапикселей. Опять же, камеру... Я посмотрел реально, что сейчас, поэтому я исправился. Камера 8 мегапикселей, она может быть какие-то там китайские 8 мегапикселей и есть. Но с другой стороны, 5 мегапикселей там есть точно. И что-то может быть зафиксировать получится. Вам никто здесь не обещал хорошую камеру. Чтобы этот смартфон как-то выделялся, я сразу сказал китайцам, что китайцы, вы сделайте, допустим, хоть в этом смартфоне нормальную камеру. И тогда они у вас как горячие пирожки за 70 баксов уйдут. Им не придется конкурировать вот с огромной тележкой таких же смартфонов. Не придется, потому что этот будет особенный смартфон. У него хорошая камера, и все скажут: идите, ребята, идите, нам не надо другие смартфоны, потому что Blue Picasso — это классный смартфон. Вот что скажут другие, если вы чуть-чуть постараетесь. Ну, а вот про это... да, про задние крышки мы посмотрим внимательно. Но это вообще, это нет комментариев. Это без комментариев. Это конкретный зашквар.
При том, что, конечно, Blue Blue Picasso — это смартфон постарее, а Blue Blue Maya — это смартфон поновее, но не надо так зашквариваться. Зачем вы Blue Blue Maya тогда сделали такую же, как Blue Blue Picasso? Неужели нельзя там заднюю крышку какую-то нормальную придумать? Неужели нельзя подумать о характеристиках каких-то новых? Называйте тогда это, вот этот смартфон Blue Blue Maya, называйте его тогда, пожалуйста, Blue Blue Picasso Pro версия, или там Light версия, или там самая версия, то есть типа летняя версия. Ну как так надо отвечать? Ну вот, вот таким заниматься долбоебизмом, извините за выражение, но это просто какой-то... Я вот все, короче, буду напротив замка стоять и будем писать финалочку. Ссылка на смартфон будет в описании, зайдите, посмотрите, по-моему, стоил 70 баксов на момент обзора, на момент сегодняшней распаковки он стоил 70 баксов. Ну и самое главное, что следующий видос уже не за горами, поэтому подписывайтесь на канал, ну и Instagram, Periscope, все ссылки в описании. И не забудьте про паблик, там вы можете предложить любой смартфон, который хотите видеть. Вот этот хотите? Будет. Все, давайте, красавцы. Пока. Друзья, подписывайтесь на новый паблик AliExpress для айфона. Самые сочные гаджеты, ништяки и другие приблуды для твоего смартфона в одном месте. Ссылка в описании.